Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Евротрак Симулятор 2 на канале. Вот такой вот у нас автомобиль МАН. Короче, перешел я на версию 1.50. Сразу скажу, что... Значит, карта Сибири от Валеры, да, обновилась на 1.50. И карта Кирова, которая тоже платная. Там, блин, она 100 рублей стоит. Я считаю, что это, блин... Совсем не деньги для карты, в общем-то. Вот, карта Кирова тоже обновилась под 1.50. Остальные карты, которые были установлены в сборке, это которые там Русмап, что там, Южный регион, Азия и Промоц, естественно, пришлось нахрен удалить, потому что с ними игра не запускается. Ну, они под 1.49 версию сделаны. Видимо, из-за этого. Но мне, как бы, вот эта карта очень интересна. Ну и, соответственно, карта Кирова, да. Вот, есть у нас возможность уйти на дефолт, собственно, как бы, поэтому можем и на дефолт скататься в Мадрид и в Стамбул, но это не сегодня. Сегодня мы в Ишиме находимся, сейчас специально я тут остановился возле обзорной точки, посмотрим обзорчик, скажем так, и потом поедем загружаться. Мы сегодня с Ишима повезем груз в Киров. Так, ну вот смотрим, Ишим, завод Сибиохим. Вам на нем, кстати, сейчас и грузиться будет. Да, вот такой вот завод сделан. Проходная номер 2, оформление путевых листов, пост охраны, диспетчерская. В общем-то, все сделано классно. Большая работа проделана была над этой версией. Смотрел я стрим Валеры, где он строил. Ну, в общем-то, все как всегда на высоте. Помимо выхода карт под 1.50, те же, да, промоцев, там, Азии, там, и так далее, и тому подобное, там, регионов всяких южных, Русмап. Я сюда буду добавлять. Просто мне надоело откатываться каждый раз на 1.49, блин. Мне то на 1.49, то на 1.50 надо каждый раз вот эти откаты. Как бы там рейс мы, в принципе, сделали большой. Кыргызстан, да, мы ехали. Поэтому... Поэтому, как бы, пока что, я думаю, что можно и... на Русмап пока забить. Идет проверка служебной безопасности. Пожалуйста, ждите. Так, проверка пройдена. Можете продолжить движение. Окей. Так, где мы должны грузиться? Вот это вот у меня вопрос. Так, нет, сюда. Да-да-да, сюда все правильно, да? Сюда же мы едем, да? Блин, заблудиться можно на этом заводе. Так, вот наш груз. Собственно, в Киров. Древесная кора 6 тонн.
Так, вот он у нас стоит. Наш. Завод биодобавок. Служба главного инженера, монтажно-строительное отдел, отдел геодезии и проектирования. Бля, что за хрень там, да? Так, да, кстати, я, у меня закончился отпуск, ну, сегодня последний день отпуска, завтра на работу, вот, так что пореже будут видосики выходить, на выходных, конечно, буду снимать, ну, где-то даже, может быть, по два, по три, ну, как было в отпуске, где я там в день по 4 видоса снимал, такого, наверное, уже не будет, времени у меня, скорее всего, не будет. Вот, но тем не менее, как бы, буду стараться по возможности. Смотри, кафешечка Восток. Отельчик. Да, можно отдохнуть здесь. Thank you.
Блин, что-то сборник какой-то там неудачно, по-моему, попался. Надо, блин, поставить дизлайк. Где музыка-то, ё-моё? Вот, короче, будем катать 1.5 и ждать, пока появятся остальные карты под 1.5. Кстати, про мод Великие Степи под 1.50 уже есть. Я уже ее скачал, но я там что-то разобраться не смог. Там что-то понакидали эти файлы в архивы, блин. Я скачивал с официального сайта. Ну, сам понимаешь, сейчас на официальный сайт зайти не так просто. Но, тем не менее, у меня такая возможность есть. Ну, что-то я не понял, как там установить все это дело. Ну, потом появится уже, когда основной промоц. Буду разбираться, пока им этот не ставил Great Steppe. Тем более, я сейчас не планирую туда ехать опять. Куда-нибудь в Казахстан или Кыргызстан, блин. Куда вот недавно ездили. Вообще изначально была идея сделать, как наш этот, типа экспедиторского рейса, короче, прям в каждый город заезжать, разгружаться, брать там новый груз и дальше, короче, и прям в каждый заезжать. Вот, я такие рейсы делал, опять же, да, этот экспедитор виртуальный помогает в этом, то есть можно все прям забить как нужно, но что-то в последний момент я решил, что возьму я большой рейсик. Насколько он тут? Чуть больше 1000, да? А, ни хрена себе, почти 2. Я что-то почему-то думал, что-то, что больше 1000, где-то 1200. А он почти 2. Ну ладно, не в этом дело. Думаю, возьму большой рейс, потому что, ну, надо забить все города, забить все грузы, короче. Блин, это по времени, опять же, долго. А вчера ролик я не записывал, не было у меня возможности. Вот, если бы я еще сегодня до вечера просидел, ну, наверное, это не очень хорошо. Вот, поэтому я все-таки взял просто большой рейс из пункта А в пункт Б, блин, и все. Не собирается он мне, да, уступать, ну понятно. Хотя тут знаков нету, тут, наверное, по помехе справа мы разъезжаемся, но если так, то да, тогда я должен уступать.
А, блядь, это как называется? Сука. Не, ну подожди, ну давай серьезно. Ну тут знаков же нету никаких, блин. А у него там знак главное, да? А у меня тоже знак пустой. Слушай, ну как так? Я не видел. Капец. Просто в хлам. Блин, поедем куда-нибудь сейчас. Ремонт нам нужен. Есть у нас тут что-нибудь по пути? Блин, нету что ли нигде ремонта? Как так? Единственный вариант сюда, да? Так, а так он нас как вел, погоди-ка. Это мы только в кургане сможем подчиниться. Будем чиниться в кургане. Блин, вообще полностью моя вина. Я в данном ДТП согласен. Блин, и опять дождь. Да что такое? Мы когда-нибудь без дождя покатаемся, нет? Отключать совсем не хочется его в настройках, потому что все равно... Где-то должен быть дождичек. Ну, блин, что-то прям очень часто. Как только я в рейс собираюсь, так сразу дождь. Так, мы говорили тут про систему типа новых частиц каких-то, дождя там, пыли из-под колес. Ну, в принципе, в зеркало видно, что да, из-под прицепа прям идет шлейф. Сейчас какую-нибудь машину догоним, посмотрим еще как у него. Блин, что-то есть. Ну, по-моему, мне кажется, и в других версиях это тоже все было.
что-то СКС, блин, типа мы вот тут сделали в 1.50, да по-моему это и раньше было. Может что-то поменяли, но не факт, что это новое. Так, и кого ты пропускаешь. Блин, серая машина, хреново видно ее. Было. Блин, я что-то вообще не пойму. У меня радио, блин, не играет. Короче, нахрен этот сборник. Погоди, сейчас я другой. Блин, из-за дождя не слышно радио. Ну давай, давай. Поедешь, нет? Езжай, езжай, езжай. Блять, вот как меня заебал этот трафик, реально. Вот нахуя он тут тормозил, блять, вообще. Блять, тебе чё нахуй? И просто взял, затормозил посреди дороги. Ну чё это такое? Блин, иногда едешь нормально, но иногда прям как будто вот, знаешь, как будто специально этих неадекватов каких-то на дорогу выпускают, блин. Я все хочу посмотреть мод какой-нибудь, но что-то Валера вроде говорил, что не стоит ставить, что они ломают.
график, который, ну, вот именно в игре здесь. Хрен его знает, стоит, не стоит, блин, попробовать надо. Блин, только выехал, уже две аварии. Ну там ладно, одна, да, там прям моя вина конкретная. Я знак не увидел. Уступи дорогу. Так, что у нас там по времени, блин? Девятнадцать двадцать пять. Пока едем. Блин, ну в 1.50 красивее все стало. За счет вот этого добавленного сглаживания поработали, да, с освещением, они там со светом, с тенями. Красивее, красивее стало. Ну а вот мы, собственно, и до Кургана добрались. Заправляться пока не буду.
Блин, как же все-таки классно карта сделана, а? Ой, подожди, у нас же СТОшка где-то здесь. Блин, прикинь, чуть не проехал. Так, давай заменить все, короче. И все у нас отличненько. Так, здесь у нас еще автосалон Volvo, да? Так, а переночевать мы здесь сможем? Ну тут базы есть, мы в принципе можем на какую-нибудь крупную базу за это посмотреть. Ну тут какая-то крупная, погнали. Блин, все как надо, смотри, там вон грузик. Так, на эту не поедем, поедем туда подальше. Тут деловые линии, база. Так, ну мы, наверное, здесь где-то сейчас остановимся. Блин, охренеть, смотри, тут склады огромные. Так, ну и вот здесь, собственно, переночую. Так, все, время у нас 9:00. Отдохнули, передохнули. Едем дальше.
вот тут я по главной еду, извините, блин, пацаны. Блин, когда по этой карте катаешься, вот по карте Валеры, да, и тоже Киров тоже, там тоже классная карта. Блин, тут хочется просто смотреть по сторонам. Кафе Петрович. Можно к Петровичу зайти, шашлычка похавать. Блин, я надеюсь, тут поворачивать никто не будет. Видишь, ну блин, ну как так? То есть трафик меня не видит от слова совсем.
цепочку бы эту обогнать. Заправочки какие-то, таких не видел я. До Челябинска 44 км.
модов никаких на прицепы не стоит, все это в карте. Тут видишь, блин, просто такое разнообразие этих прицепов, да. Все это уже в карте зашито. Поехали, заправимся, кстати. Как раз заправочка прям по пути. Прет, пофиг ему. Че, сколько мы проехали? Почти час уже едем, да, 55 минут. Блин, косарь даже не прошли.
Так, весовой контроль. Добро. В тестовом режиме, говорит, работает. Нам бояться нечего, у нас-то перевеса нету. Блин, я их боюсь уже, этого трафика. Блин, показываю поворот, что буду сейчас перестраиваться. Чел наоборот в газ давит. Сзади, который на легковушке. Сейчас он режется в меня. А? Да? Нормально. Хорошо, хоть не с разгона. Остановился, а потом поехал. Просто в меня въехал, и все, в прицеп. Блин, хотелось бы хотя бы половину пути проехать за час, а что-то... И что-то не получилось-то за час проехать половину. Ну, блин, пока загрузились, да, пока там... Обзорчик, эту точку обзора посмотрели, тоже, блин, время занимает.
Я вообще думал 1200 почему-то, блин. Думал за одну серию пройти. Неохота разбивать на две серии, блин, интересный рейс. Но, блин, с другой стороны, это 1280. Но это еще как минимум на час, а то и на полтора. Я, блин, хотел еще ту карту покатать, которая с масштабом один к одному. Там же как раз у меня тоже груз я взял. Пока едем, короче, пока едем. Блин, он же поворачивать собирался. Вот еще один, блядь. Где с трафиком 100% надо что-то делать. Прикинь, кто-то катает, допустим, да, ну ладно, я тут там что-нибудь ломанул там профиль, да и все, и как бы мне там деньги не важно, я просто катаюсь, как бы, ну там, карту смотрю там туда-сюда, машинки модовские. А кто-то, блин, играет же, допустим, да, старается накопить денег там на новую машину, там, да, вести груз там, чтобы его не повредить, побольше опыта, блин, получить. И, блин, и вот такая хрень с трафиком, ну это же дичь, блин. Ехать и постоянно, блин, бояться, что у тебя кто-то приедет, какой-нибудь неадекватный. Лента, интересно, а что ты в бочке везешь для ленты? Как мне тебя объезжать? Блин, надеюсь, нету стены невидимой. Златоуст.
база, что ли? А, нет, тут просто место отдыха. Я думаю, там база, грузиться можно. Только знак поставили и сразу же штрафанули. Ну ладно. Блин, когда солнышко светит, прям вообще кайфово. Прям графончик такой, блин, на уровне, прям на таком, на хорошем. Ой-ой-ой. Блядь, заколебали со своими знаками 30, мать твою. Блин, сегодня новость читал, что Аляска Трак Симулятор появится на консолях. Типа конкурент Евротрака. Да блин, вы чё смеетесь, какой конкурент? Не, они там что-то обновляются, что-то там это. Я смотрю иногда в Steam, зайду, у меня бахло, обновление, типа. Но я тогда после обновления запустил, ну что-то нифига там не обновилось. Они там, конечно, строчат эти, блин, логи. Написано красиво, но в игру заходишь и, блин, все то же самое, как было. Давно уже не заходил у меня, конечно. Ну что-то пока я
и не тянет даже. Блин, у Евротрака конкурентов нет. Вот от слова совсем. Что там у меня? Ну, мне заправляться не надо пока. Где-то камера тут должна стоять. Вот куда он едет? Так, а время 17:57. Ну,
1000, я думаю, мы оставим на следующий раз. 1000 км. Сейчас найдем, где паркануться. Так, ну вот здесь останемся мы на отдых. И уже в следующем ролике продолжим. Я не знаю, может сегодня напишу, запишу вечером. Может быть нет, может быть завтра он будет. Как завтра я работаю. Ну, есть как вариант записать и по плану его поставить на завтра. Посмотрим, короче, вот. Нифига загадывать не хочу. Остаемся тут ночевать. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.